Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится планшет Tascida P101. И сейчас я вам покажу, как изменить дату и время на этом планшете. Итак, открываем настройки. Опускаемся в самый низ и переходим в раздел «Система». Далее выбираем «Дата и время». И здесь у нас сейчас стоит автоматическая настройка даты и времени. Можем ее отключить и настроить дату. Можем изменить год, месяц, день, а также время. Меняем все это вручную и настраиваем. Либо же просто включаем автоматическую настройку даты и времени, и время у нас синхронизируется с нашей сетью. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пока.